18 многоэтажек в Уральске больше 2 месяцев остаются без горячей воды. Всему виной изношенные трубы. Сейчас коммунальные службы проводят там ремонтные работы. С подробностями наши корреспонденты. Отключение горячей воды стали нормой для жителей поселка Зачаганск. Более 3000 абонентов вынуждены спасаться водонагревателями, чайниками и кастрюлями. Воды горячей нет, больше месяца уже. Иногда и холодную отключают. Сейчас лето, жара. С маленькими детьми тяжело. Жаркие дни нелегко, носим воду ведрами, условий нет. Этой весной в Уральске была объявлена чрезвычайная ситуация техногенного характера. В третьей котельной, которая обеспечивает микрорайон Манкеулы, произошла авария. Тогда коммунальщики работу котельной восстановили, но теплосети, по словам местных властей, пришли в негодность. Сейчас ведется их реконструкция. В зимний период прошлого года, 2022 года, было 33 аварии зафиксировано на этих сетях. В текущем году было зафиксировано более 20 аварий. Соответственно, мы уже вынуждены были принять срочные меры, так как если будем разрабатывать этот проект, который должен будет выходить с экспертизы, мы просто не успеем к отопительным сезонам. Соответственно, приняли такое решение, и сейчас подрядчик уже завершил более 70% работ. Завершить работы в Акимате обещают лишь к середине сентября, а пока жителям придется греть воду в кастрюлях. Альбина Кумаргалиева, Булат Джерлгасов, Хабар, Уральск.